Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня, как обычно, по пятничный замер нашей модели Танечки, ее параметров. Расскажу тем, кто присоединился к нам впервые. Каждую пятницу мы проводим замеры моей модели Татьяны, которая участвует в зазеркалье, можно сказать. Она показывает, как проходит моя работа с девочками на курсе «Лучшая версия моего тела». Вот по Танечке мы будем смотреть, как же у нас девочки работают. Ну, конечно же, внутрь курса вы не можете попасть, а вот замеры, пожалуйста, вы можете посмотреть каждое, как происходит. Таня разрешила, и я благодарна ей, что она позволяет это делать. Пожалуйста, поддерживайте ее в комментариях, потому что она очень боится. Третий замер сегодня. Какое число? Восьмое, ноября. Третий замер у нас. Третья неделя идет курса. Ну, Таня очень переживала. Она тут пережила за неделю два дня рождения. И сейчас посмотрим, что у нее случилось с ее параметрами тела. При всем том, что она еще и кушала, понимаете же, два дня рождения для женщин это катастрофа. Помним свои параметры? Давай. 92. Так, 92. Талия у нас. Не втягивай. Нет, 90. Ну вот. А что ты переживала, что ты наела там? 92. А тут сколько? А тут даже 89, да? А ты ела вообще на дне рождения? Ну-ка дальше, ниже. Ниже талия. 96. 96, а вот тут 92, да? 92. Угу. Давай, где мы мерили с тобой? Ты помнишь же? Да. Вот. Угу. Так. 100. 100? Но тут накушала или не на том месте? Нет, вот. Ну, 101. Наверное, сюда перешла твоя еда вся. Так, ноги. Ноги. 54. Ноги. 53. Смотрите, 53. Это левая нога? Это какая? У меня были одинаковые. Одинаковые, да? Ну, хорошо. По самому такому. Угу. Так, 53. 53 угу. У тебя были, да? 54. 54. На сантиметр ушли лапки твои. Угу. Смотрим ручки. Так, руки. 31. 31. Ну, наверное, чуть... 30. Сколько было у тебя? 30. 32 и 30. Нет. 31. А, ну, может быть. Ну, 30. Будем смотреть. Да, давай дальше. А тут какой? 32. 32. Вот надо на одном месте мерить. На том месте, где всегда меряешь. Ой, как-то неправильное. Вот так, что ли? Тут мерили? Ну, да. 31. 31. Было сколько? 32. Угу. Ну, скорее всего, тут что-то неправильно. Встаем на весы. Давайте теперь посмотрим, сколько наша Таня наела за два дня рождения. 70 с половиной. А было сколько в прошлом замере? 69,8. 69,8. Ну, нормально. Два дня рождения, это вообще, я думала, больше будет, так что молодец, Танечка. Давайте поздравим нашу Таню, которая пережила на курсе два дня рождения за неделю. И, в принципе, у нее, посмотрите, параметры радуют к этому. Дальше будем смотреть за нашей Таней. И если вам интересно, следите и готовьтесь к следующему курсу, который у меня будет в начале февраля. Девочки уже спрашивают, мне пишут сообщения. После Нового года, после новогодних праздников я буду делать уже рекламу. Пока-пока. С вами я и Танечка.